13 августа 2024 года в 11:45 из клинической больницы в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД поступило сообщение о том, что госпитализирована 73-летняя женщина. Со слов обратившейся, травмы она получила в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 13 августа 2024 года в городе Калининграде на улице генерала Озерова, где неустановленная девушка, управляя электросамокатом, совершила на нее наезд, после чего с места происшествия скрылась. 14 августа после размещения информации о дорожно-транспортном происшествии госавтоинспекции и в средствах массовой информации несовершеннолетний водитель электросамоката вместе с матерью сама обратилась в дежурную часть УБДПС ГИБДД, где дала объяснение и указала о причинах оставления места дорожно-транспортного происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, в рамках которого будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного пешеходу. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.